Понятие о предложении. Предложение – основная единица синтаксиса, так как в предложении оформляется мысль, которую говорящий или пишущий хочет сообщить, высказать слушающему или читающему. Предложение имеет следующие признаки. Первое. Предложение имеет грамматическую основу. Второе. Предложение является высказыванием о предмете речи, сообщении, вопрос, побуждение, разновидности высказывания. Предложение является единицей общения. Предложение характеризуется интенционной законченностью. Например, между водорослями по песчаному дну перебегают юркие пескари. Почему же покой не приносит животным, постоянно обитающим в норах, долголетия? Скажи мне всю правду.